неравенство, квадратное неравенство перед нами решается очень просто. Будем решать его методом интервалов. Переносим все в левую часть. Находим нули функции, то есть там, где функция принимает значение 0. Так, это значит у нас x минус 4. X плюс 4 на x минус 2 равняется 0. То есть x будет равняться минус 4, x равняется 2. То есть у меня нули функции будут расположены следующим образом. Так как у меня неравенство не строгое, значит я закрашиваю вот эти точки. Они будут входить в ответ. И значит больше 0. Здесь у меня будет отрицательное, здесь положительное и здесь положительное. Я ищу там, где она больше 0. То есть от минус бесконечности до минус 4 включая. И знак объединения от 2 до плюс бесконечности. Вот, говоря терминами данной задачи, x меньше либо равно чем минус 4 и x больше или равно 2. Так, x больше либо равно 2. Ответ D.